«Все для здоровья» – вторая по счету выставка в этом зале. Организаторы пригласили производителей продуктов питания и косметики, предметов быта, все только натуральное, даже иконки из целебных камней, коврики из хлопка, игрушки из дерева. В самом широком ассортименте продукты пчеловодства, только натуральные препараты и приправы. Москва, Краснодар, Лабинск, Барнаул, Минск и другие регионы привезли целебные мази, бальзамы, масла. Сибирский прополис, алтайское мумиё, кремы на основе трав, изготовленные в Белорусском монастыре. Чтобы увидеть, попробовать или купить что-нибудь, нужно поспешить. Ярмарка завершит работу 6 августа и откроется новая медицинская. Следующая выставка у нас будет проходить с 6 по 15 августа. Будет московская выставка «Нация здоровья». Здесь можно будет проверить бесплатно сердце, пройти разнообразную диагностику. Можно также попробовать мед, также разные продукции, тоже натуральные. Вот. В дальнейшем мы планируем здесь провести разнообразные выставочные мероприятия, приглашать со всех городов, ярмарки какие-нибудь большие. Выставочный комплекс «Экспо Анапа» располагается на Анапском шоссе в новом здании напротив Восточного рынка. Вход на все ярмарки и выставки бесплатный.